Добрый вечер, наши дорогие друзья, гости нашего канала. Всем привет. Привет. Вот что у нас на ужин. Мы все заболели. Милана принесла вирусняк из садика. С температурой, а Милана веселая. Вот, вот. Чудит без Баяна сегодня, просто. Чудишь, Милана, чудишь сегодня. Люда сегодня утром делала оладики сладкие. Пока! А что ты будешь делать? Да я хочу, я буду в мультиварке нашей рис сделаю и котлетки. Все пареное, должно быть все пареное. Купил сегодня, зашел в одну аптеку. Говорю, у вас лизобакт есть? Нет, лизобакта нет, но есть наподобие этого лизоцин. Взял лизоцин, захожу в соседнюю аптеку, а там лизобакт есть. Блин, 500 ре потратил. Да? Да. 500 ре? Ну, то стоит 300, вот это 300, это 200. А, может, это одно 500. Не. Так что я тоже после вождения сегодня пришел. Температура. Температура. 38,2. И у Никиты только что температура. У Миланы в группе, короче, на ангину все болеют. Типа температура поднимается, ставят врачи ОВРЗ, а это не ОВРЗ, а ангина получается. А вот. У Миланы горло красное, но без, слава богу, без температуры. Ну, у всех горло красное. У Никиты горло красное, у меня, у Люды. Ну, от лизобакт он очень классный, реально, очень хорошие таблетки. Да, так что у кого горлышко болит, то можете лизобакт пососать. Так, сейчас будем делать шпили-били. Просто такие мясные шарики, просто вот. Просто без заморочек. Просто, даже лук не буду добавлять. И оно еще не поместится наверх. Я вот возьму, наверное. Что возьму? Это свежак вообще. Я пришел в магазин, а девушка говорит, возьми сразу это, оно свежее. Видишь, как меня девушки сразу информируют, когда я в магазин захожу. А это вообще жир, да, считается? Ну да, считается жир, Саша. Не, ну я спрашиваю, потому что я должен знать. Ну а что ты думаешь, что это, Саша? Сало. Сало. Сегодня, ребят, был на вождении. Наехал на бордюр. При развороте. На женщину. Ну, причем женщина. Колесом на бордюр. Думала, у моего инструктора будет инфаркт. Ну, что, обошлось. Обошлось. Зато теперь я очень хорошо заезжаю в гараж и паркуюсь. Параллельная парковка и заезд в гараж. Да. Сегодня я доделал, он вообще даже из машины вышел. Я один делал на автодроме. На машине ехал. Может, я уже не надо? Хотя... Может, и не надо, я уже честно говорю. Ну, это уже просто, они просто уже начинают... Деньги. Дают деньги. С тебя. Видят, что я миллионер. Видят, что я миллионер. И думают, будем качать деньги. По 700 рублей. Да, по тебе видно. Миллионер. В одной и той же футболке ходишь. У меня две футболки. Красная и белая. О, красная и белая. Слышишь, как этот магазин алкогольный. Красная и белая. Тебе к нему только и ходить. В смысле? Хорошо нож наточил? Да, хорошо. Знаете, какое у нас мясо свежее. Только курочка кудахкала вчера. А сегодня она уже у нас в блендере. Кудахкает. Ну, я думаю, будет вкусно, потому что сделаю шарики, будет сок вот этот вот капать на... А рис? Я вообще рис обожаю. Сок. Будет
А у нас сегодня будет салат? А? А, у нас уже сметаны нет, да? А что ты хотел? Салат. Казалось, у меня уже тошнит от них. Ну, честно я тебе скажу. Ну, значит... Это же ненормально. Это же все. Надо лечиться. Так я лечусь. Ну вот, давай, лечиться. Ой, Люда. Такая ты смешная. Это же ненормально. Будет салат с капустой. Ну и это надоело. Уже все надоело. Больше надо было еще кинуть кофе. А там не поместится сверху, ты что, не понимаешь? Места не будет. Пароварки этой сверху. Не поместится. Я бы больше бы, если бы я так просто жарила котлеты, то, конечно, бы я бы больше. Ну да. А я сегодня, ребят, ночью... Фу. Ты чем не понимаешь? А я сегодня ночью лежу, ребята, и думаю, что я так замерз? Прям укрыться хочется. Да, летом 30 градусов. В жару. А меня колбасят ночью. Но я уже утром встал, уже Люду не стал расстраивать. Думаю, ну, чтобы... Да, вы меня уже все расстроили. И Никита, и ты. Такая капецка. Жесть просто. Никита тоже, он днем не смог поспать. Говорит, мама, что-то мне как-то плохо и это. И горлышко болит. Я к нему, он красный. Так что вот так вот, когда дети болеют, то вообще. А особенно вся семья. А мне всегда так, я не могу. Летом не должны люди болеть. Я не могу так поболеть, просто насморк или голова поболела. У меня сразу с температурой по 39. Люблю поболеть. Он уже шарик тебе сделался. Прям крутится, как колобок. Шарик, да? Да. Я, кстати, вот выпил, у меня температура была 38,2. Люда мне сразу дала Нурофен. Вот этот вот. Так, главное, у него сегодня автошколы. Собирался идти, я говорю, что вообще, что, куда идти? Заражаться самому и других заражать. Так что, а вы завтра же на дачу хотели? Все, все коту под хвост. А там полить надо, Саш, полить надо. Абрикосы там попали. Абрикос там дохерища. Не знаю. Там ведра 4 абрикос только. Была бы машина, сели да поехали. Съездили, оборвали, приехали. Так, ладно. Не будешь лук добавлять, да? Не, чуть-чуть чесночка. А, в принципе, у тебя же чеснок есть. Так. Вот, лучше всего, ребята, сделал сам фарш. Не надо фарш покупать, взял, если блендер есть. Я люди приправно купил. Все, хватит. Универсальных. Там кучу всяких. Я сильно не буду этих приправ. Не хочу. Вот и вся любовь. Морковь. Лямка. И будешь шарики делать, да? А, он как-то делает, да? Mm-hmm. Шарики, Рафаэлки. Доставайте мультиварку. Я достану. Я просто хочу тебе помочь. Хочу тебе помочь. Фу.
люблю сырое мясо. А потом будут селитеры. Ну, после твоих слов точно. Хм. Вечная любовь. И в памяти моей. Так, теперь что? Пароварочка. Пароварочка. Ренбонд. А ты два, сделай купаж. А тут у нас тут разница. Все. Так какая разница, господи? Ну как это, нет, никак не господи, нет. А, там совершенно разные сорты. Да. Ну вот этот. Шлифованный. Подожди. Воды туда набери в чайнике, кипятка скажу. А сколько литров? Ну еще набери чтобы 3 стакана. Ну, 3 отойди, я посмотрю, сколько. А зачем так много? Полчаса сейчас будет. Сейчас. Ты что, похудела немного? Че похудела? Просто шорты большие. Растянулись. Ну. Что такое? Температура у тебя? Ничего, да. Ну выключи. Ты что, не просто делаем такие шарики. Шарики, шарики. Когда немножко сейчас погыркались в паузе. Но все равно я тебя люблю. И ненавижу. Люблю и ненавижу. Все два в одном. Да, даже три в одном. Люблю, ненавижу и люблю. Ступени отношений. Как это блюдо называется?
Ну просто мясные, блин, котлеты на пару. Вот так вот. Можно, чтобы. Блин, вот даже это не поместится. Поэтому. Но оно тоже не должно быть прямо вот так впритык. Да, пар, господи. Как, пар как тебе будет проходить? А там пара достаточно. Нет, недостаточно. Я дырочки. Тебе... Где дырочки шерсти? Я тебе отвечаю. Там дырочки ни при чем. Закипела вода. Закипела вода? Ну, закипела. Спасибо. Это больше не надо. Не надо, это пусть будет. Да отстань ты, я знаю сама, Саш. Как не надо, господи. Что ж ты свои 5 копеек с тогашником? Я стою готовлю, он мне будет рассказывать. Снимает и рассказывает. Он это кто? Он это ты. А, это я? Тяжело быть мужем жены. Что? Еще такой строптивой, как Людочка моя. Так, все. Вот по гороскопу близнецы самые, ага, гомняный знак. Сам ты гомняный. Саш, я знаю, говоришься. Что, что выключу камеру и пойду в автошколу? Да, пойдешь. Какая-то строптивая. Не даешь мне передыха. С такого ракурса. Так, ну 1.5 стакана риса и 3 стакана котлет. Это шутка. Снимать это, он снимает что, руку жирную мазнёт. Это что, сахар? Саш, пожалуйста, что ты меня сбиваешь? Это соль опять вот непонятно взял. Другой не было. Мне не нравится. Непонятно, как ее солить надо. Вот я сегодня суп варила и посолила, как обычно. А оно соленоватое получилось. Там зацепилась. Вот. Ничего страшного. Так, что нам надо? Что тут надо? Где, подожди, где оно, рис? А, вот. Шо 15 минут, вообще сдурели. Нет. Как минимум. Все. Все.